Почему мы даем воду? Потому что просто по-человечески не лица замучены, они очевидно хотят пить, просто у нас такие вот добрые люди. Не я одна раздаю воду, и не я одна раздаю продукты, так люди пирожки приносили, яблочки, чипсы. И вот там магазин, там все купили, там уже вообще ничего нет, все купили, все ребятам отдали. Ну, кто-то из них отказывается, кто-то берет. Просто по доброте души. А как вас зовут? Все, спасибо вам большое. Там давали.